ever be. Oh, площадку на 7-й этаж. Вот наша принцесса Мария. Кстати говоря, я только сейчас узнала, когда сегодня плыла, о том, что названа она в честь Марии Федоровны, принцессы Дагмары. Сейчас подальше дойду, покажу вам. Палку взяла? Да. Так можно подойти и сфотографироваться где-нибудь здесь. Тут, кажется, вроде маленькая. Все вместе. Да, летаю, кажется, что маленькая. Вот подойдешь так попробуй. Я один человек, кабинка тут такая. Все открыто. Все можно посмотреть, топливный бак. Ну, коммуникации. Остальная половина это топливный бак. Подожди, весь самолет от турбины, там же воздух заходит, а здесь вот, и вот, да, тут вот ракета весь получается. Весь самолет, турбина одна большая. Давай. Больно. Мои уже вниз спустились, а я вам хочу показать вид вот на Хельсинки. Это, грубо говоря, весь Хельсинки. Мы сидели сейчас в такой террасе видовой, с которой видно весь город. В общем, очень-очень крутой вид, завораживающий. Но, конечно, цены кусаются с учетом нашего курса. Вот, очень-очень круто. Еще тут вот такие вот прозрачные стулья, очень-очень круто. Такая чисто финская штука. Вот сам ресторанчик. Эти всякие шедевры современного искусства, всякие голые женщины. Вот. Собственно, сейчас покажу еще лестницу, если я не свалюсь. Вот лестница, сейчас буду по ней спускаться. Мы спустились вниз, нас, к сожалению, не повезло нам с погодой. Видите, что сейчас вот мостовая вся мокрая. Тут, кстати, очень круто сделано, как-то все равно разделено, пешеходная зона и какая-то проезжая часть. Я вам хотела показать вот это здание. Вообще обалденный вид. Вообще потрясающе. И еще я вам хотела показать, как они фасадные работы проводят в Финляндии. Я, честно говоря, не знала. И когда увидела, я не поняла сразу. Мне Рома объяснял, что это такое. Вот они такие штучки ставят к дому и проводят свои работы. На самом деле очень круто. Причем, что я последний раз была в Лаперанте в Финляндии. Она, конечно, отличается. Она уже такая более русифицированная, загаженная. Здесь, конечно, безумно чисто, очень круто. Вот такие вот чистые, красивые улочки. А, ну, нет, тут, конечно, тоже, походу, русские побывали вот на этом самом месте. А еще очень круто то, что, видите, улочки, все видите, вот, в горках. И туда вот уходят. Сейчас я буду спускаться с горочки, наоборот, по пешеходной, такой вот мостовой брусчатке. На самом деле, в принципе, для, наверное, жителей Санкт-Петербурга, для нас вот эта брусчатка, это не что-то там новое, необычное. Вот у нас, в принципе, там и в центре много, и на Дворцовой есть. Кстати, не знаю, мне всегда казалось, что в России очень часто обращают внимание на салфи-палку, здесь, кстати, тоже, в общем-то. Вот, мы идем к Стокману. Там впереди мои все отделились от меня, разговаривают. А я рассказываю вам про Хельсинки. Смотрите, милые трамвайчики. Ну, кому надо. На самом деле, с путешествий самые-самые крутые условия. А, вот еще, кстати, в Рейхмейтере очень широкие вот эти вот плиты. Выяснилось, что в Москве, в Хельсинки, они более...
тупая, ты не знала. А я не знала, да. Ну чего-то я могу не знать. Вон это. Стокман. Рабочий колхозный стоп. А как на самом деле реально рабочий колхозный? Вот рабочий. На самом деле они очень-очень тихие по сравнению с нашими питомцами. И здесь, кстати говоря, вот эта часть города, она более оживленная, потому что мы шли от города, и там, конечно, народу вообще не было. У нас, по-моему, такого нет. Ну, наверное, нет. В центре города нет. Что-то снимаем. Ну что такое? Джой снимаем. О, вата. Посмотри, как у них мало ваты. У нас такую ватку дают просто. Там не знаешь, как ее съесть. Да. Давай узнаем, сколько. Вот, финская мода суровая и беспощадная. H&M Man. У нас нет чисто мужского H&M. Вот, кстати говоря, везде велосипеды. У них есть отдельная дорожка для велосипедистов. Машины ездят по трамвайным путям. То есть IKEA style. У нас тоже как можно парень? Ездить по трамвайным путям, мне Рома сказал. Тоже снимаем здание. На самом деле красиво, необычно. Похдёла! Похдёла! Круто! А как они это? Сенатская площадь? Нет. Памятник Александру II. Собаки, какая порода? Гончие. Гончие. Я знаю, что борзые, да, скорее всего, потому что в фильмах про дворян там вот это вот постоянно борзые. Вот, я на площади решила вам показаться. Там, кстати говоря, фигурка мужчины. Это живая как бы фигурка, он не хочет фотографироваться. Он там показывал туристам. Смотрите, смотрите, кто. Вот у нас чисто голуби, у нас, конечно, нет такого, что чайки прилетают на площади в центр города. Здесь чайки. Такая, видите, чайка. Жирная большая чайка. И она еще отняла у всех там какую-то булку. Вот. Мужик на самом деле, наверное, думает, что я пытаюсь его снять на халяву, а я.
уже бежим обратно. Сейчас вам покажу памятник. Очень интересные вот такие флажки. А это вот по дороге. Двигаемся, сейчас вам покажу, что это. Такая она длинная. В ту сторону. На самом деле это памятник, посвященный Балтийскому морю. Смысл в чем, что Балтийское море, оно очень мелкое. 54 метра. И как бы, грубо говоря, в поддержку этого моря создан этот памятник. Ну, то есть как привлечь людей к проблеме сохранения. Вот. 20 горизонт. Все. Идем обратно на паром. Тут какие-то старые кораблики стоят.